Сильный снег в Хасавюрте продолжается уже на протяжении двух дней. Из-за обильного снегопада возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, а именно дорожно-транспортных происшествий. Дабы предостеречь автомобилистов на главных и прилегающих улицах города, управляющие компании «Газблагоустройство» проводятся работы по очистке снега. Задействована вся снегоуборочная техника. Как отметил главный инженер муниципального унитарного предприятия «Газблагоустройство» Насурдин Шихабудинов, активно ведется работа по расчистке снега. С раннего утра вторые сутки подряд специалисты данной службы все силы и технику задействовали на максимально загруженных участках. Задействовано около 10-15 человек. Две машины еще находятся в городе. Все улицы убрали. Если будет гололед, мы готовы сыпать песок тоже. Все готово. В процессе работы нам большую помощь оказывают работники ГАИ. Две бригады ГАИ с 4 часов вот с нами, две группы у нас ездят по городу. В общем, все центральные улицы мы охватили. Сейчас уже мы будем по краям города уезжать и дальше продолжать свою работу. На оживленных участках дорог работает машина-пескосбрасыватель, тем самым помогая водителям не скользя ездить по трассе. Представители управляющих компаний также отметили, что на тротуарных участках очисткой снега занимаются рабочие бригады. Подобные работы будут проводиться в городе ежедневно по мере выпада осадков, поскольку большое количество снега затрудняет передвижение как автомобилистов, так и пешеходов. Бурлия Цамбиева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».